По мнению большинства горожан, кассы, где можно оплатить услуги ЖКХ, необходимый элемент сегодняшней жизни. И находиться он должен в ближайшей доступности для жителей всех районов города. Именно поэтому в течение текущего года берчане неоднократно обращались с жалобами на то, что касса закрылась, как, например, на Островского, и с просьбами об открытии дополнительных расчетных точек. В РКЦ к пожеланиям прислушались. За последний месяц восстановлена работа касс по адресам Островского 174 и Ленина 18. А теперь, в минувшую среду, открыт новый офис по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги по адресу Ленина 38. Всего на сегодняшний день в нашем городе работает 16 кассовых окон по 10 адресам.